Компания Aquar System представляет оборудование для точного и непрерывного измерения концентрации бумажной массы, микроволновый датчик концентрации А444. Датчики А444 являются последним достижением в области создания приборов для измерения полной концентрации сухих веществ в водных суспензиях. Наибольшее применение они получили для непрерывного контроля концентрации целлюлозных и макулатурных волокон в технологических потоках целлюлозно-бумажной промышленности. Конструктивно, датчик концентрации состоит из измерительного блока, который устанавливается на трубопроводе. Измерительный блок содержит излучатель и приемник микроволнового излучения, который непрерывно измеряет концентрацию протекающей через него массы. Локальная система измерения концентрации может состоять из установленного в трубопроводе датчика концентрации и блока индикации в месте, удобном для контроля процесса техническим персоналом. Блок индикации датчика снабжен цветной тач-панелью и предназначен для приема данных с измерительного блока, отображение текущего значения концентрации, температуры, проводимости, формирование трендов измеряемых величин и сигналов токового выхода. А-444 могут поставляться в составе регуляторов концентрации А-4440 с разными клапанами разбавляющей воды. Регуляторы позволяют автоматически поддерживать заданную оператором нужную концентрацию. Управляющий блок регулятора, получая информацию от измерительного блока датчика, автоматически управляет открытием и закрытием клапана воды. Таким образом, на выходе из измерительного блока датчика достигается установленное оператором и необходимое для технического процесса значение концентрации бумажной массы. А-444 имеет широкий диапазон измеряемой концентрации и может использоваться практически для любых температур бумажной массы. При этом микроволновый датчик концентрации обеспечивает наилучшую точность измерения в сравнении с другими методами измерения концентрации. Микроволновые датчики позволяют с наилучшей точностью измерять концентрацию бумажной массы независимо от скорости потока, длины волокон, степени помола, белизны, цветности или типа бумажной массы и требуют минимальных профилактических работ после установки. Микроволновые датчики являются универсальным средством измерения концентрации практически во всех технологических зонах машин по производству всех типов бумаг и картонов и могут использоваться в самых сложных производственных условиях. А-444 может работать даже после гидроразбивателя. Датчики А-444 производятся в различных типоразмерах и могут устанавливаться на различных диаметрах трубопровода.